Ну, я так понимаю, без меня просто там не собирается. Куда, Зуламан, что ли? Да, еще один. А, там, по-моему, не, Лаконфел, там уже есть этот Сенрицу точно. Я забыл. Не просил. Playboy, а в Зуламан что, десятка надо целука или что? Да, хоть и больше. В Зуламан, да в Зуламан вообще проходки какие-то ебанские сделали, типа, ли. Он вообще слабый, по сути, так еще и сделали проходку, блядь, целка 10, либо целка 25. Не, ну Зулджен по ДПСу требовательный. Нам до Берсы, блять, если бы еще у нас там танка не сложила, блять. Нас там мы не добивали пол ляма. А, еще, блядь, на ветерках. А еще не меня ветерками сложило, там что. А вы вайпались, что ли? Нет, мы не вайпались. У нас на перефазе на ветерках минус 2 было, я умер и Мулинраш. А нас никто во время рейда не умер. Потом мы их резнули, ну, резнули, короче, через БР. И этот, а на ласт фазе, у нас танка столб ебанула и дыхание, короче, сложило. Мы там полняма добивали. Там говоря. два столба. Там, короче, блядь, сука, он переломанный, блядь, таймеры позбивали, клоуны ебаные, короче, столбы эти хуй пойми, как работают. У нас, не знаю, у меня таймер показывал нормально. Хуету, там первые два столба нормально все по таймеру, блядь, а остальные какая-то хуйня. А они же писали, что сдвинули таймера специально. Не, заложено никого. И при всем при этом нам до Берсы, сука, там 40 секунд вроде еще оставалось. Короче, если бы никто не умирал, то там больше полторы минуты за это было бы Берсы. Ну, ты не забывай, что еще мы-то 260-е, блядь, туда пошли, а там были нытики, которые, блядь, мы не можем убить ни одного босса, в Берсу упираемся. Это, блядь, извини меня, в каком гире они, блядь, пошли туда? Так, блядь, не, ну они, типа, вот это вот люди, которые ноют ебать, откровенно говоря, да. Не, в этом вообще не вижу никакого смысла. Типа, ебать, все актуальный рейд, который сейчас самый, скажем так, сильный, блядь, где падает 271, блядь, 277 кольцо, да, шмот, блядь, ну, это пиздец. Типа, они ноют, что они Берсу упирают. Типа, блядь, я хуй знаю, там нормальным составом, даже средним составом спокойно все закрывается. Ничего сложного нет. Андрей, там сундуков упал, Конг. Чё? В чём он попадал сундуков? Троллибой, танковское кольцо силовое. Пиздит про троллибой. Нет, троллибой был. Троллибой Андрея. Вообще-то... А, троллибой реально упал? Да. Не, мы его пугу. Ну, один пугу. Но он пугу ушёл. Андрей, ну один эту палочку бисовую. Она не у него. А третий чё упал? Подожди, ты у него отжал? Ну, да, он сам плащ агейн. Я его на АПшнул. Паш, так ты забрал тролль? Ты её забрал? Да, он мне дал его. А чё ты мне ей сказал? Покажи, покажи. Когда он упал на землю, он мне отдал. Такая ты крыса, а почему ты мне не сказал, если я его сролил? Так это... Я всё понял. Ты тоже ролил на успех. По сути, крыса в основном. Не, ну как? Ну, по сути, крыса, признай. У тебя палка оранжевая, нахуй. Это троллибой нахуй не срался. Так что давай не будем. Охуеть. Я сейчас тоже... Я дал его ДК, ДК мне его потом отдал просто. Хотел придать. Ни копейки не дал за этот троллибой. Так вы ему статик пообещали, блядь. Кинули его, блядь. Так, у нас нету ДК, у нас он будет, скорее всего. Нам вообще хуйня сундуков нападала. Нам упали плечи 271 на танке за блоком, блять, кольцо. Очень хорошее. На танке. Да, ну, блять, тебе да, нахуй, нам это вообще не хватает. И нож упал, короче. Вот. Ну, нож заебись. Давайте вообще на клубав. Короче, этот Реслин, потанчишь трэш, как обычно. Кто фаски выдает? Дермич, ты Ондра и Ритен. Ритен СПД, Ондра АП. А, Акума СПД, окей, Акума СПД. Там должно поленце такое бегать. Хотя, в принципе, Эдик, можешь идти, наверное, блядь, в сове, нахуй тут 5 хилов. Справится, прохилит, ну. Наверное. А ДР? А, вон рыбку стоит, вижу. Этот... Чё я хотел, блядь? Дермич первый танчит. Второй. А, да, дермиш первый, фонарь второй, и ты серый третий будешь танчить. Ну и я Рислин на трэш. Глю, ферряешь этого, блядь. Хотя не глю, сын анархии, ферряешь
звездочку. Когда гитаристы будут ставить метку, буду ставить. Уверяешь эту хуйню. ПКД. Масло перемажьте. 3 минуты осталось. На кубы. Мульнраш, ромбик, север, полумесяц. Маничелла, звезда. Адель, квадрат. Швепс, крестик. Давайте вообще на полубав поехали. Хилы пускай с аппаратами будут. Нахуй с подымем. Сейчас заходим внутрь и поехали. Да тут ничего не убивают. Ну ладно, каскач. Поехали запускать. Мы уже выходим. Блять, а где Вархаммер, который на Громаге хотел? Ладно, похуй, но его проблем. Убирайте быстрее чаротворцев. Ёбаный хер, блядь. Да, начисляли и тоже с вами. Ну потому что у тебя, наверное, не было, блядь, смолания. Или ты АФК был нахуй, когда начисляли. Поэтому тебя не начислили. Ну, в Дискорде не было, озвучивали и в чат писали, что за замену начинается. Ну, он крин-грин допиши, если он тебя начислит, то начислит. Успеем припочки выпить. Так, крин, давай я тебе покидаю милости луны. О, да. Благодарен, буду очень. Ты ж мне кидаешь раз в год, вот я тебе одну кину. Да я тебе перебиваю, скорее. Мал тут ФПС нахуй шлить. Архиманды подготовились, кубы прожали. Быстрее кубы, все отпускайте, подводите бас к Архиманду. Фуримар, звезде сбиваешь косты. Андрей, ромбик. Рейд следующему третьему. КД. Четвертый упор. Пархимонда больше не ПС.
Легко мы просил. Печень взрывает. А там диспаритка нет вообще? Декорс, декорс, блять. Вот вообще нет. Две совы нахуй. И маг, блять. Давайте нахуй. Расчехляйтесь. Быстрее добили Архимон. Боссы в центр. Кубы прожали. Прохильте, прохильте полумесяц. Кубы быстрее. Кубы быстрее. Быстрее кубы нажали. Алло, нахуй. Ромбик, блять. Все, отпускайте нахуй. Прохил. Гриппай звезду, Андрей. Звезду Фериаси на Нарке. По звезде все поехали, речи. Фонари и сокру. Ну, блядь, ну сын анархии, ну ёб твою мать. Андрей, какого хуя кова не кидаете? Сука, вам все озвучивать надо или что, блядь? Ебланы нахуй. Войд, БР по мне. Мася, БР по дермичу, быстрее. А, уже дали БР по дермичу. Рибахнули рогу. Сука, нахуй, ни одного не убили в итоге, нахуй. Дебилы, блядь. А кого нахуй, когда гриппаешь, сразу даешь, блядь. Дермич, гриппай звезду сюда быстрее. По звезде сыграли. Рог. Кулак еще дайте по роге. Андрей, гриппай следующего. Дермич, гриппай последнего. Быстрее по звезде. Еще раз гитаристы выходят. Кубы прожали, кубы прожали. Ну. Грипни ебаную звезду. По звезде сыграйте. Отжали кубы, бьем хуйню. Отошли оттуда. Реслин, дай сокру. РДД, добивайте звезду. Ну, коцнул мама. Гриппа и Андрей звезду. По звезде поехали все быстрее. Дремич, гриппай еще одного звезду. По звезде сыграли. Все, переводим сейчас босса. Введите босса, щеньки. Перешли быстрее. Айсбан, дай дремич. Сейчас все по звезде сыграете. Реслин Ферни, которого метка без мамаса. Нанархи звезду. Ферняй. РДД добиваем последнего. Все дружно. Блять, меча опять сложил. На мне дебаф забери, пожалуйста. У меня есть БРС. Дай БР по нему. Рибафните ДК. ДК рибафнули быстрее. Дермич после меня. Давай чуть выведем, как из лужки. А как он на меня пошел дальше? После фазы. Как с Кункой, кстати. На меня пошел. Поставьте на дербите, пожалуйста. Тоже, блин, взяли просто меня, блять, похоронили, блин. Пиздец. Когда ему хп срежут, блядь?
Да они не будут срезать хп, мне кажется. Есть на ману что-нибудь? Там, блядь, 4 приста есть, блядь. 3 приста, но мне кажется, им пофиг. Блять, не, это FPS, это пиздец, я не знаю, сука. В Гере это пиздец будет 25-ки ЦВК, блядь. Хуй знает, у меня пиздец фризлина. Ну, вот эти вот подвисания ебучие. Алло. Трэш ебаный. Алло. Привет. Он по лбу не дало. Он с кем-то по телефону говорит, кажется. Она с ней была. Мы же не думал. Швепсу позвонили. Ой, дай мне приз. Ты, блядь, печать не стакай. Спасибо. Я, блин, канулся, ничего не понимаю. Ебать, поднимите по хп, Реслин, дай массакру быстрее, синрицу поднимите на. Не надо, пусть умирает. Тебя МК сосед, блядь. МК, ладно. Опа, жезл. Заебись, вы его убили, нахуй. У меня еще, сука, оставалось, блядь, 300 тысяч. Прикольно, блядь. Не шок, ну, как обычно, можете не сумку. С тремя тканями. Две яшны тому, кто заберет. Где своего ДПС? Да, дайте ДПС в магика. Магика. Без трэша желательно. В магика. Да, ну у всех без трэша, там же сколько боя это было времени. Дри. Кто это на седьмом месте? Это пук какой-то, не понял. А что в смысле, это чисто в босса? Или вы чисто в босса смотрели? Конкайр один, да. Это чё, Ренхи так ебашит теперь? А, Бобби Мун, Макиридон 100% ни разу не свеч... Ах ты сюка! А как я тебя буду свечить, объясни мне, когда я умер на первой же пачке трэша? Пархимонда меня не свечил, не свечил, потому что у меня лагает, нахуй. Чувак, просто вот лагает. А по этой хуйне я сразу умер, блять, как только нахуй хотел ударить. О, вот тем более мультик, нахуй. Это правильный ДПС, блять. Согласен. Ты Серега, кстати, все время кидал? Или просто когда это замечал? Что там он сидел, босса бил? Если я трэш не бил, мы бы вайпнулись. Details не показывает. Истерию бафа. Ну, на Илону даже не показывает, к сожалению. На Илона кастом, на истерию, в чем проблема? Слушай, а там где-то я смотрел, какие-то базы данных есть, типа, не HD модельки, вот эти не, беба. Старыми. Типа, если заменить не патч. Сможешь. Беба, неправильно ты написал. Кунка в рот, год икс. Ты можешь закинуть этот патч, да, не факт, что будет работать, можешь конфликтовать. Также есть патч, который ребята там сделали, подкорректировали насчет того, что отключение многих моделек от анимации. Он фонарь видел, я вам показывал, блять. Он уже кидает, а у меня уже нету. Один хуй будет вот такой FPS ебаный, да? Да, я не знаю, я не протасил. Спасает днем и ночью ни единого лага нет. Это, блять, только в 9 вечера с 8 начинается эта хуета в прайм-тайм. Из-за X5. Не, сегодня дичь какая-то, ненормально. Это бьёра на эксперта Гурубаши пошёл. Такая залупа на самом деле, мне, ну, мне, шо, у меня вообще подвисает, нахуй, жестко прям. Да. У меня даже на ребре нормас всё, а сегодня что-то прям, ну, вообще... Это помню даже, как эту арену ебаную регали, нахуй. Сидим, короче, все заебись, нахуй. Только ебать рега приходит, нахуй, сразу какой-то пинг начинается. Это пиздец. Или вот эта вот хуйня, то, что у меня было вообще, типа,
Сука, не лагает ничего, но мне кнопка не нажимается. Нет, да, это пиздец был просто полный. У тебя такая хуйня тоже бывает? Не с маунта, нихуя не слезь. Просто, блять, я вижу все, что делают, но, короче, челы это даре не было. Да я ни одной кнопки нажать не могу, это пиздец был просто ровно. Не умеешь. Да, я не умею кнопки нажимать, согласен. Они были слишком сильно, они тебя эмоционально задавили, просто психологически все. Персонаж забирался. Ой, блядь, ёбаный Сирус, нахуй, это пиздец, блядь. Такого блядства я ещё не видел ни разу, но... А ещё нету такой... Ну, просто если выходишь... проблема в... Что ты говорил, Сера? Говори. Ну вот, выходишь из персонажа, да, просто вышел в меню. Допустим, и сразу же на другого заходишь, у тебя прогружается полоска, и все, и становится, и выкидывает потом в меню. Нет, такого не было. Такой был бак раньше с Долораном, помнишь? Да, я понимаю, что это не самый крутой спелл, и не так уж не хилит, пожалуйста, потыкайте в полосе, а то неприятно видеть, когда он стоит. Ты его ХПС говоришь, да, надо апнуть. На, реслина. Член. Мяу. 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 Чего ее дразнить, блядь? Надо кота покормить. Это Ферал проснулся, на. Интересно, как зовут Ферала? Интересно, если я своему Фералу дам, он охуеет или нет? Он мяукает. Кто-то, блядь. Блин, рушишь или его не член? Фонарик Got X зовут Ферал. Ничего себе, наверное, топ-1 дамаг. Варш с палкой оранжевый продамажит с любого. Не, топ-1 дамаг это чебурек там, нахуй. Топ-1 дамаг. Чебуречка? Герсан, блин. Да. Не, там у Ферал есть такой чебурек, нахуй. Там, блядь, пиздец жесткий, нахуй. Тип, нахуй. Погнали, короче, Петрэш. Иди за первым убивать. Нет, не тр... Все, уже даже на трэше начинает хуйня какая-то происходить. Даже не ебаным трэшем. Да купи нормальный ноутбук. Но не только, кстати. VPN, VPN, VPN. Боюсь, что, блядь, тут не в ноутбуке дело, нахуй, ни в компьютере, ни в ПК, вообще, короче, в принципе, нахуй, это Сирус... Сирусу поебать, какое у тебя железо, нахуй, Сирус сам решает, будет у тебя лагать или нет. Он смотрит на твой вклад денежный на сервак. На реальном, блядь. И подключает тебе либо одну линию, либо вторую. А будет с ФПСом все заебись, значит будет нахуй виснуть. Так прикольно, короче, глядя нагрузки. ЦП 10%, диск 10%, и видяха 10%. Ебать, а фризит пиздец, как будто у меня на сотку все вгружено, блядь. Так у меня сейчас я гляну ради интереса. Так это сам сервак хуёво отвечает. Это пиздец, сервер лахует. А сейчас я даже браузер закрою. Хуйню всё позакрываю. А, это же и браузер открытый, блядь. Там хоть сам. Миллион тысяч комп у тебя стоит. Типа сервак просто хуёво у всех. Миллион тысяч. 50% вот всё позакрываю. Ну, без закрытого было у меня 60, ну. Ну, типа 50% нагрузка. Ещё 50 есть, ну. У меня ФПС пиздец. Мужики, Сирус никогда не будет 100% ЦП грузить. Тут это же старый движок патч. Старый. Он берет всего одно ядро от процессора, он больше не может просто из-за движка. А нагрузка такая лагает, потому что тут куча рисованной хуйни. Вот, допустим, почему циркл не лагает, рогает Сирус? Потому что, блядь, тут хуеты рисованной много, которые забирают. Жрет оперативку, допустим, или проц. Но при этом у проца только одно ядро работает из-за движка. Серег, заберешь, как обычно, короля Киглина. Этот фонарий заберешь Олма. И Дермич заберешь
кроши и слепоглазы. Слепоглазы, когда ты избиваешь. Я думаю, ты помнишь. Вообще на БМ. Дермич, у тебя же клык вроде есть. Что ты без клыка ходишь? Да, Дермич, у тебя же клык, не помнишь? Волшебный такой. Ну, типа на магика, да, этот компас получше будет, но здесь клык типа лучше. Не, на магика правильно, компас лучше, а здесь клык будет получше. А, да, тут? А, да, все, поехали, блять. Никто не берется. РДД, вот вам метка. Петушитесь на здоровье. А, давайте. Ждем, не бьем пока. Пускай Дремич урона берет. Ха! Живую бомбу выносим, напоминаю. У кого огонь стоит? Не бьем пока. У кого огонь стоит? Арислин, окей. Нажмешь на под преисподнюю. Дремич дашь избаунд. И блюд наш массакру. Скривов у нас тут дохуя и так все. Все, бейте крош. Скорее всего, сальву дайте. И похулишиты тоже. Глю по скорее всего сальву. Сын анархии похулишиту. Арислин по швепсу дай сами. Скорее всего, очень много набираешь, три ты. Давайте сейвы быстрее, прохил. Все, стопнули, кроши не бьем. Стопнули, блять, никто не бьет, нахуй. Киглера бейте. Потом пагру. Заебись, бейте. Эти ебучие глубокие раны. Фонарь тебе подарил колоду. Ну чем тебе глубокие раны не устроил? Они-то имба, просто вары срывают. А чем, ладно, все хуйня, чем армсы уешат нахуй? Быша, размашистая, рассекающий удар героя. Это все? Какой нахуй да удар героя, блять? Удар героя, блять, это... Рассекающий. Удар грома, точнее. Забери сейчас. Размашистые там, блять, 5 ударов всего лишь, потом когда я хуй знаю. Ну потом вол маневривать, смотри. ШВД, блядь, швепс нажать не можешь, слабый нахуй или что? Да, она не ШВД. Амбущенный. Ты попробуй, крош обить. А я уже пробовал. Ты не успеваешь просто ШВД нахуй. Не, ну это не сейчас. В прошлый раз пробовал. Не, шо, не работает. Пруфы. У тебя просто ШВД по тебе урон раньше прокнул до шипа, поэтому ты в шипе остался. Ага. Забери сейчас. Ты знал, что я сразу из-за Реслина и за Кунку играю? Прокнула! Это не ту прокнула. Это хуйня, блядь. Я уже... Этот, сценархий, блядь, быстрее нажми Сакру нахуй. Ну-ка, блядь, прохил, блядь, что-то я проебался, забыл сказать. Ой, пизда, слабое звено умерло. Блять, Олм открыл. Ларис, вставайся там. Вайтфюри, дай БР по Синрицу. По Олму поехали, Геру дали фулл ДПС. Быстрее Синрицу берните. Ребафнули Рогу и Шамана. И хуя ребафнули. Чувак, у Хильси нет поражения. А этот, декурс максимальный. Декурс, блять. Пизда, я наверное, труп, мне кажется, два стака. Вой, дай по сын анархии Иннер. Маси не надо, двой. Эдик, дай Иннер по Глю. У меня КД я давал уже. Понял. Что-то, блять, вообще по манихилы садятся. Потом, блядь, не оверхильте, когда не надо, блядь. Что-то дохуя маны проебываете. Да 4 плюс 100, 4 гильма. У нас нету тотема, нихуя нет. Опять он. Декорс.
Собачек забери. Кунка, блядь, выруби размашистый, сейчас откись, ты что? Чуть не откись, блядь. Что ты ржешь-то? Ну это бы ша был, типа. Я его соло таргет жму. Блять, Синанархи опять без маны, тебе уже двое нарадовали. Че ты там ману все проебываешь? Да у него 2000 хосты там, блядь. Король мне? Да, и гимна ману с Адель. И на Редик сразу по Синанархи, у тебя через 5 секунд он будет. Ему надо стопать почаще хил. Танки фуловые стоят. Слепоглаз открылся, по слепоглазу играть. Че, а милика можно? Чем куда мешку кинул? Я повернулся, чтобы подлететь и дать иннер. Мы же и так 4 иннера ему дали, блять, он все равно без маны нахуй сидит, блять. Мало. Реально, блядь. Дам 1000 голды, кто даст мне поэску. В принципе, кося хила, блядь, и ставь это. Она не дает ставь маны, нет. Продам кунку рабство недорого. В смысле недорого? Кунка гладиатор. Иди в клизи. За свою свободу воевать. Реально. Слепоглаза дальше иметь. А чё, маг меня убьет, что ли? Ну типа пизда. Проверь. Я тебе каплю дам, хочешь? Дал каплю, бей. А попробуй, ну реально, можешь попробовать ставить вот на максимальный рейндж где-нибудь вот тут вот. Ну вот, нормально. Видишь? Плюс ДПС. Ну да, тут не достает нормально. Кас не сбивать. Поднажмите троху, ёбаный рот. 4 секунды. Одна. Нормально. Крош открылся. Крош, да, добивайте. Иди, кунка Кроша попробуй побить. Ёбаный рот! Иду. Давай. Сейчас, я... Копей, Крош. Минус шеем, да. О, нормально. Он почему без маны. Сразу ДПС пошел. Реально, блядь. А ты куда подошел? Ой, ебал я в рот, не, он там от мили атак пиздец дохуя дает. Мне по 3к тикает от каждой атаки. Ебал я в рот, 3-300 даже. Блять, мотиком этим рогом нереально бить этого Кроша. Тупо по 3-300 хуярит от каждой атаки. Не, нормально. Хуета нахуй. Киглера сейчас будем бить. Все дружно, всем силам. КС только повесьте. Можно я танки на ману? На ману нет. Это горит. Синанархи? Иди на короле, блять. О, вагон. Я, блин, блять, нажал, он не спас меня. Блять, пиздец, тупо ебалом в пол лежит, нахуй. Два раза за бой, нахуй. Тупо, блять, сила, сила эмаха, блять. Два раза за пол лежать ебалом в пол. Потом на форум ППМ там поправьте. Не дамажит. Я еще 12 дней ничего не могу на форум писать, так что, блядь, я пока помолчу, посижу. А ты за что? Так я же написал тему на 4-4 рушамы. Совсем там мягко говорящим, утекающим.
Реально, блядь. Уныл насчет энхах, теперь насчет Эршам. Че тебе не нравится, заебал их, и ссора. Я две темы написал, дай Мася БР, поэтому сейчас смотрите. Хуяк, нахуй. И че? Сука, он как отбежал. Э, а Маки? Синрицу вообще самая умная, факашит, блядь. Фонарь на крылья. Да я тебя быть то в ДПС, а он факашит. На королях? Чё с пингом? Чё с... Плоская шутка от соседа зашла идеально. Подожди, просто. А чё с пингом? У меня, блядь, просто полоска лагает. А здесь лужа, выведи срочно. Не верю. Ебать ты кайтер, пиздец. А в Пугареде, кстати, блядь, это пиздец, это лужа, блядь. Не бояться. Да, не бояться. Такая же плоская, как грудь Киры. Фонарь выводи быстрее, нахуй. Скорнение, быстро. Выходим, скорнение. Прыгайте из нее. Прыгайте, блядь. А вы знали, что прыгать можно в осквернении? Это все пиздеж. Осквернение. Ты знаешь, почему в осквернении сразу говорили, чтобы не прыгать? Давай. Ты играл на официальном сервере? Нет. Зачем? Ну так что ты тогда пиздишь? Так это не официальный сервер. Здесь она имеет форму сферы. Типа. Так вот, на Фе, блядь, оно работало таким макаром. От прыжка оно давало 2 тика, когда ты прыжок нажимаешь. А когда ты просто выбегал, давало 1 тик, нахуй. Вот считай математикой, нахуй. Не, вот я считаю математики и умножаю на 0, потому что это Сирус. Во Сирус делит на 0 вообще-то. Не, просто ты иногда с этого горишь. На том же циркле тоже, типа... Там сначала было похуй, а потом эту хуйню сделали нахуй, и от прыжка тоже уже 2 тика ловил. Даже на сраном циркле, ты говоришь. Циркль это PvP сервер. Дыркуль. Робс, ты играл на Дыркуле? Немного, но мне не нравится. Почему? Ну ж помойка. Да, PvP там, блядь, намного лучше, чем все на Сирусе, прям намного нахуй. Да, если, там... Ну, если бы 50-й... Если бы я только PvP шел, нахуй, я бы на этот Сирус вообще никогда бы не пошел. Вот реально, нахуй. Пизду это говно ебаное. Тебя бы разработчики забанили. Реально, блядь. Не, он специфичный очень. Че, готовы за фонарега следовать? Я тебе скажу так, блядь, хуже, нахуй, PvP баланса, блядь, чем на Сирусе, сука. Я не... Видел только на, не знаю, на Ювове баганом, нахуй. И то там, блядь, фрагментами он был лучше. Просто иногда там багались классы, условно, и БМ-хан, когда там Пет ходил и ебало разрывал вселенного. Не, типа... ну, так а что, там ВП, например, ёбнутое вообще. Там ВП нормальное, скорее. Ну нет. Так а что ВП, блядь, ёбнутое? Так а тут она, думаешь, не ёбнутое, вот грамотное ВП, не конченое? А которая грамотная, а которая понимает, что юзает. Я хотел Пета отпустить, в итоге спатили ему. Да не беги так далеко. Типа, здесь грамотных ВП просто, по сути, ну, по пальцам пересчитать. То он Рамдесу там с этим, блядь, регает, как его нахуй. С Бобдесу. Бобс. Ну, типа, и... Да нахуй вы бегаете, сука, я только комбат скинул, блядь. Вы тут бегаете по всей платформе. На мне, блядь, комбат повесился. Уёбки, блядь. Ста, ещё груля нахуй взяли, сука, сагрили, инвалиды, блядь. Закройте руки. Кристина, безопасность. Мозги нахуй лучше бы себя закрыли бы, блядь. Ну, ладно, блядь. Они багнулись, что ли? Рыбку хавайте и трэш пуляйте, такой смотрите аккуратно, убейте, сейчас я плюну. Шкаф тыкните там и суманите, то не добежал.
Можно кушать и тыкать сумон. Пиздец, колодец. А, кстати, помнишь, я тебе тему скидывал, Феникс? Как-то можем это проверить? Как бы. Феникс, лошара. Погнали, трэш, блин. Должны ждать Рэйла. Да можно без него скорее. Да и без, да и Грула без него тоже можно закрыть. Он подъебал, должен подходить. Ну, короче, тут по все подъебалы подходим, как говорили. Надо плюс ну, вроде так один надо. Трай. Да, без Рэйла, мы вот уже большие. Можем сами. Зачем вообще РЛ на груле? Зачем вообще РЛ? У нас же демократия. Бля, неужели мы сегодня грула с первого трая убьем? Мы должны голосовать, то есть? Шуэб, зачем ты заруинил? Мне кажется, надо соседа, блядь, мут давать, нахуй, чтоб он много не пиздел. Вы как вы считаете? Не, он прикинь, ты когда АФК был, он тебя, типа, хуесосил. Да? Ну все, нахуй, сосед в муте, нахуй. На нем красный микрофон. Сегодня просто шишки нет, поэтому 100% с первого. А, ну да. Суровая жизнь соседа. Что такое дирмич или дирмич или? Безжалостная. И что такое фонари? Что такое кислород? Я хочу вступить в гильдию Фури Прайд. Рид, ты в курсе, что тебе волков нельзя вязать на груле? Чё за пизда? Варф тебя свищет. Да нахуй ты его расстроил? Дец. Так меня на руки его посадим. Чё ты тучку не нажал? Так я думал, я выживу. Все присты так думают. Не, на фул хп жать тучу это неправильно. Ну чуть пизды не дали соседу. Ну уже дали. Туча нужна, чтобы порвать рендж. Туча нужна, чтобы быть тучей. А если тебя застанет, типа? Триня. То есть ты и Триню, и тучу отдашь? Нет, в смысле, если застанет, то только Триню. А, слышите, что, ставлю джипсы, короче. А если она порвать рендж, то тучу. Ну, если тебя в туче застанет. РЛ рыбу. Тогда постою стан. А где дверь? О господи, он идет. Бля, размыть соседа мне его жалко. Ну да все привыкает, сосед будет теперь в моте нахуй на каждом арте, бля. Феникс, хочешь в спину побить? Я хочу. Да, могу побить. Да, бей, какая бей разница, похуй. Я могу въебало поставить, не похуй. Да не, проблема в том, что я же в Афлике с собакой. Она в лицо забегает сама по себе. Убери ее. Хуй, да всё, убери. Они ничего, побить. Что она 4% всего урона дает. Фонари и реслин будете руки закрывать. ГЦ? Ашма. Малинраж там убирает эту хуйню. Он ГЦ пристал. Да, я все сделал. В кармашек.
Я в ДЦ уже давно. Пускай Синдриц убьет, наверное. Не, Синдриц со мной постоит, пускай бьет спину. Ура. Кто бьет в спину, пускай? Третья, четвертая пати. Первая, вторая пати подъебала. Ну, Малинраш, он ничего пета. Хотя не, подожди, стоп. Нахуя север же еще пета. И плюс север подъебал, стоит. Синрицу, значит, тоже в спину бьет. Все, арчи на полбав поехали. Кстати, Феникс, сейчас со Слайером пойду двойку играть. Знаешь такого? Че за ноунейм? Блять, тот, который с циркуля мак или ты... Да. Или копию. Нормальный. Не, не. Нормальный чел. Хороший. Да. Хороший челик. Получше Райку еще будет. А ты да. С Райку не контентишь? Мы раньше играли. Чуть. Все маги, как и роги, слегка ёбнутые. Ну, представь, блядь, я за... Что за хуйня? Уйдите с подъебала быстрее. Все, Синрицу Кунка подъебала. Почему 7 стаков? Пета где нахуй? Или что там, блядь, за хуйня? Пиздец, блядь. Подъебала быстрее, подошли еще плюс один. Нормально, 17 дала, блядь. Только минус 3 нахуй. Ну ёбки вы нахуй конченые, ладно, все, в пизду ваших петов, в пизду эту всю хуйню нахуй, просто поставлю людей под ебало, первая, вторая пати, сидите под ебалом все просто дружно нахуй. Ну я слышал, просто что нахуй есть. Все дружно, блять. Пет умирает. Без петов, без нихуя, стоите просто под ебалом нахуй. Ну вас нахуй, блять. Даунов, блять, сидеть тут вайпаться, блять. Сколько людей ты мог с рисом? Хуй знает. Чё, не там три человека, не хватило. Под ебалом. Три, блядь. Первая, вторая пати стоит под ебалом. Локи тоже стоят под ебалом. А сколько брони у Лок? Так, блять, масло заканчивается. Не, еще 17 минут нормально. У Локи сколько у вас брони? Посмотрите. 4000. Да ну на. Да. Это тряпки, они там 200 брони дают. По рейд половину брони дать. С не больше. Демонический доспех нахуй. Нажимаете на броню еще нахуй. У меня 20 тысяч брони, блядь, в сове. В сове, ну выйди с формы совы, посмотри, сколько у тебя брони будет. Да ка нахуй не выходите из сове, блядь. Можно, кстати, да, две совы просто поставить и не могу. Мне кажется, связка душ эффективнее. Войд Фьюри и Акума нахуй. Подъебало станете. Скажи, а чё, у сов больше брони, чем у меня на варе? Чё за хуйня? Какая же хуйня? Ты кожаный, блядь. Ну ты же без щита. Кожаный ублюдок. Ваничел, суман. У меня фулл латы, у меня нету кожи. Пиздишь, я видел твои ботинки. А почему я ваничел убил в таргет и меня берется в таргет DBS, нахуй? А, нет. Бесёный просто. У него мочалос. Понял. Потому что есть бесёный. Хавайте рыбы быстрее, фулбаф и поехали. Давайте резче, блять, без хуйни, стойте под ебалом, никто никуда не выходит, мы тогда не стоим, просто ждем команды. Первая, вторая пати, стоите просто под лицом. Все, а чё отдаю? 5, 4, 3, 2, 1.
Геры будет. На следующее ожидание. Блин, бесполезно начать. Не ревновать. Тристана, ты в ДЦ, надеюсь? Да, в ДЦ. Ты же закрыл входишь, да? Ну руки там не проебывать, открываем по очереди. Все, за спину все ушли. Да почему-то меньше обычного. Зубы подрмочу, давай. Эман огонь нажми. Подъебало вернулись. Хуя себе, бот, да? Гений? Фонарий. Как оскорбление. Чем вы его размутили? Реально, замутил? Они вообще-то гуля переделали, блядь. Ну нахуй вообще, блядь, какой-то пиздец, ну. Прикольно. Блядь, вроде нормальный груль раньше был. Нахуй его было переделывать, серьезно. Да выебнуться они решили, или что там? Что типа, мы работаем, ебать. Близлайк рухаем. Разве на близлайке он, блядь, подъебал на жопу есть, он? Что-то я такого не помню. Я на близлайке что-то не играл. Грула Гера же нет. Хэмки. Да не. А, ну точно. Реально. Ушли за спину все. За спину ушли. Дармича сложил. Дармича сложил. Не прохилили дармича. На поле стало. Ну опять 100 лямов бить, господи. Пизда вообще. О, спасибо. А как мне жило-то, ебать? Ну-ка. Пиздец. Чё за приз живой? Ну-ка, чё там, блядь? А чё это за хуйня? Адский удар. Ну адский 39 7000. Этот самый дотка. Удар ненависти 2000. И тычка, блядь, 40. Ну, этот, блядь, под адский можно панцирь отдать, он вдоль поглотит хотя бы, вот эти 39 тысяч не будет. 0.12 сложила, блядь. Там пиздец, короче. Адские тычки. Ну, панцирь под адски надо оставлять. Подожди, а почему, Дермич, ты, блядь, печку еще ловишь, блядь? Ты чё, блядь, зеленку не можешь нажать, нахуй, перед тем, как поворачиваешь? Он уже забыл, как танчить.
Да там похуй, это печка, она там сколько нахуй дотка-то бьет. Адский нахуй удар. 40 тысяч, нахуй, 39 тысяч по нему прошло, блин. Ну да. Он чисто вот на зеленку бы на самка статского отдал бы и не сдох бы. Там с хуй кто просто. Хуй там резко. Там его знатно хилили. Вот, у нас нормально. А на тебе мне маны нет. Шкаф, тыкните, Локи. Быстрее. Тык на сумму. Трещи. Ну тыкните, блядь. Рыбу хавать быстрее. Хуета. Серый? Меня выкинул, сейчас захожу, секунду. Бля, можно рыбу каску дать? Дай это мне. Захожу. Это Грул такой стал с крюком, типа его в обычке разъебывали, он крюк приделал себе, блядь. И адский это Дренор, альтернативная вселенная. Все нормально, все у тебя, Сера? Да, Сера. А че ты? Холи пшик? 5, 4, 3, 2, 1. Геро? Да, Геро, давайте. Парирование. Поверь, Кунг, тут ни у кого 56 мастерей не собрано. Оба, да? Да просто у меня меньше всего его среди всего рейда. Тебе сколько? 18. А не надо было рыжую палку одевать. Надо было Глору брать, нахуй, ебашить. И талант на меч взять. Да, Глора хуй. Получается, совершенно хуйня, а Глора тут. Ну, блядь, ну, ребята, ну, уёбки вы, нахуй, конченые, блядь. Закройте ебальники и закрывайте руку, нахуй. Сколько можно уже, нахуй? Заебали, нахуй. Вам всем минусануть РДД, нахуй? Или что, блядь? Которые не под ебалом стоят. Дымагеры хуевы, нахуй. Тайги ходишь, не страшно за тебя. Ребафните, приста. Заебись. Каску можно попросить, пожалуйста? Чё мне яды не прокают, нахуй? А, парирование, блядь, понял, нахуй. Принял, блядь. Ушли за спину, блять. Руку за это. У меня еще зависло, заебись нахуй. Подъебал, подойдите. Колебал, глю, блять. Ладно, подойдите нахуй. Нет, там надо было все-таки отойти.
А вы, блядь, сами не видите, сколько раги у босса нахуй? Ну, типа, или вы... Ну, блядь, пиздец просто, нахуй. Мне еще, сука, завис на него время, нахуй. Сам не отбежал, блядь, из-за этого. Сука. Блядь, я не то нажал, ребят, смотрите, пожалуйста. Алло, какой ник? Порифар. Сейчас есть. Раз. Да вон два шкафа, если чего новые ставите пока еще. Старые бы хотя бы задрочили. Осколки не проблема. Да, осколки карские могут проблемы быть для нас. Давайте рыбу фалман быстрее, поехали. Я ищу. Торчина полма. Да, блин, это на стороне. Трипки бот осталось. Я предупреждаю сразу. Третья, четвертая пати, блять, и пятая там частично. Получает сразу минус, как только рука не закрывается. Кто сдохнет руки, это тоже минус, нахуй. Если у вас дебаф, не надо, нахуй. Пускай другие закрывают. Кого дебаф нет. Героиним? Герой, да. Вот сразу давай. За спину ушлись. Не зубы покормищу. Ману огонь жмите. Подъебало вернулись. Закрою, закрою.
Ушли за спину, быстрее, быстрее, быстрее. Охуенно, блядь. Подойдите, два хулипала подъебала. Быстрее. Маси, дай БР по мне, Эдик, дай по Вайтфюри быстрее. Два хулипала подъебала. Угу, нормально. Ребафнули Рогу и ребафнули этого, блядь. Пиздец. Ебучий лагин, нахуй. Как? Все, хулипала, можете уходить. Пиздец. Ушли из-под ебала. Ну ебаный ты, ну блять, ну кто не подошел нахуй? Ну все же живы были нахуй. Ну хуесосы вы ебаные нахуй. Да потому что какая-то тварь не подошла нахуй. Было, блять, 10 стаков, стало 19. Какой-то один урод не подошел под лицо нахуй. Это я не подошел, это вы. Господи, сука, нахуй, да это пиздец какой-то, нахуй. Да когда рез у него не подошел. Поставьте джуса. Все нахуй, сейчас уже жопа горит максимально нахуй. Сейчас, пиздец. Тыкните шкаф, в чем проблема, Локи, блядь? Не всегда эти. Рабочая схема. Рыбу хавай, рибафнули хул быстрее, просто. Рыба там около шкафа там стоит. Серьезно, нажимай, пожалуйста, выпад. Особенно, когда третий раз шел на ящик, да, где скидываем стак. Помогите взять Ругу одну. Где? С правой стороны. За спину ушли.
Давай зубы. А мана огонь нажмите. Подъебало, вернулись быстрее. Отдайте огонь. Кому не глю, забери огонь. Сейчас после ошеломляющего сразу за спину уходит. Зубы в коле. Я в курсе. После ошеломляющего сразу быстро уходим за спину. За спину ушли быстрее. Мана огонь жми. Вернулись под ебалом быстрее. Глю прохил. Тайсбаунд, 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 жми быстрее. Архи пускай закроют, но мне тут удобно. Че, на маме есть что-нибудь? Хэвок. Неплохо ману регенит. Это мяча держите. Отдай огонь, сын анархи, забери огонь. Ау. Не в курсе. Сейчас будешь давать, я скажу. Можешь закрыть следующий? Да. Че, уходим? За спину, да. Зубы давай по нему. Эмана огонь жми. Подъебало, вернулись.
Жми избаунд. Дабы урон пошел, добивайте вас. Самый сложный босс по верону. Великая победа, Ля. Ой, Арден. Кстати, неплохой лут упал достаточно. А, бля, каждую неделю падает. Жезл. Нихуя себе. Ставки. А если на следующей неделе упадет плащ ВК, вы же плохой. Там столько, блядь, жезл, нахуй. Стат не дает, сколько вы ставите на него, нахуй. Угу. 23к сосед. Вот ты? Я? О, я не могу снимать, у меня не тот перс. А, ну да. Можно не снимать, а так. Не. Да не ливай, не ливай спать и просто будь типа дермишь 12. Ну окей, блин. Бис Навара, да? Бис Навара. Кунка, блядь, шлем. Ты ж коллекционер, нихуя вот шлем. Ты мне кажется его уже давал. Все в инвентарь пихаешь. Реально, давай, блин. Коллекционер членов? Реально. Какие минуты, блядь. Там после десятки шаг косарь, если что, не 500. Кто там за 13 собрал? Фонари. Так, а куда ему печенька? В Т4 потом. А? Подожди, какое нахуй Т4 на прото, объясни мне. А вот такое. Какое нахуй такое, блядь? Ну смотри, я в Т10 фул одеваюсь, я теряю трит ужасно. Мне показатель блока Т4 нужен. Пока твое, блядь, Т4 не реворкнут нахуй, оно худшее, сука, из Т4, которое вообще только существует на прота, блядь. Худшее, но нужное, по факту. Чем оно нужное, блядь? Ты бонусы, ну, нахуй, читал, блядь? Мне не важен бонус, мне нужен показатель блока. А ну, в Т10 у меня его нету. Максимум Т10 в ЦЛК ХМ будет очень хороший. Это максимальный бред, нахуй. Нет. Просто максимальный. Что нет, блять, это хуйня ебаная. Ну ты посмотри на других протопалов. Да ладно, забрал. Да что мне? Ладно, пускай забирает, но, блять, хуй с ним. Я лучше другого прота тогда возьму, чем Т4 у меня прот будет танчить, нахуй. Чё? Ничего, нахуй. Обмен кидай. Пойду во второй рейд, блядь. Протопал 4-9. Фуривар там по десяточке раз забрал, шмоточку 2. Прекрасно вообще, согласись. Давай, блин. Сразу без пустого. 12. 113 тысяч, охуеть. Ну, идите нахуй. Жестко. Первый раз слышу ролю, блядь, пищать. 60 тысяч ИП. Столько, нихуя, у пацана столько ИП. Только в мечтах. О, глю тоже решил. Да, ну да.
Ну а почему бы и нет, да? Тут типа прот берет, почему бы хпал не взять? Давай, мин. Глюза там? Да ничего, я лучше нахуй найду другого танка, чем 4Т4 прот у меня будет танчить. Что? 4Т4 я... Который не ОЕ агро держать не будет нахуй, ни, даже каков танк не сгодится. А куда Холику печенька? Мне только две печеньки надо. А куда Холику печенька? Тоже авточетыре? А, там Т4 еще... Ну, Холипал, вообще-то у Холипала вообще с Т4 прям бана. А, им типа реборд, теперь они в Т4 да, они теперь в Т4. Там у вообще... них прям Т4 сейчас охуищительный, я бы сказал, на Холипал. Там я почитал, там пиздец, там вообще Холилайт по 0,7 секунд кастуется. Ну, 5 секунд немного, но все равно. Там от флешек, типа, ну у них прям жестко Т4 сейчас. Сейвили. Даже два куска. И абсорб еще, пиздец. И абсорб, да, там прям вообще, на... ну, мне кажется, будет реворк. Ну, это... нет, фиксить эту хуйню Холипал. Там прям очень жестко Т4. А реворкнули, и ни один нормальный Холипал не собирал, ни Т4, сейчас все кинулись, блядь, фармить. Угу. Я то чувствую, когда у меня было... А может, два куска охуенно, на самом деле? Нет, у меня... Раньше собирал два куска, бошку и перчи, потому что ну, хасту мне давали, других не было. И теперь, оказывается, Т4 нужно, хапало. Не, там прокает часто. Я бегаю с 2Т4 уже. Синрицу 50, блин. Сын, подскажите, какую расу Энхам лучше сделать? Нежить.